что, самое доброе утро. Мускат. Хотя его называют Маскат. Какие горы красивые. Мы стоим в порту. Вот сколько еще? Раз-два. Стоят лайнеры. Какая красота. Просто красотень. Я пойду сейчас гулять по всему этому городу. Доедаю свою овсяную кашку. Боже, какая красота. Сейчас заполирую своими любимыми булочками с чаем. Привет. 7 часов 15 минут. Солнце только что встало. Вот там я видела пляжи. Красота какая, господи, какая красота. Ну что, пошли, duty free, и тут паспортный контроль. Это же оманцы, правильно? Оманцы, или мускатцы, или маскатцы. Предлагают такси, я говорю, нет, мне нужно шаттл-бас, доехать до города, и там побежать. Сейчас довезут до ворот порта. Опра. Нам предлагают такси. Hello, hello. Good morning. Так, первое, куда мы идем на рынок. Ну, такой же рынок, как, например, в Стамбуле. Обожаю эти рынки, просто обожаю. Вот какой-то минарет. И вот у мужчины все чистое, прошло очень чисто. У него с собой бутылка воды, он где-то капает и начинает мыть. Действительно чисто. Но единственное, что на берегу я видела пластиковые бутылки. По-моему, Птушкин сказал, что это самая красивая, что Оман самая чистая страна в мире. Ну, пока вроде бы да. Там посмотрим. Хотя я не санэпидемстанция. Вот прямо море здесь же. Иду, все здороваются. Good morning, мадам. Но они, видимо, водители такси. И вот, по всей видимости, вход в этот рынок. Я, наверное, очень рано пришла. Да, наверное, очень рано пришла. Пойду-ка я, мне надо купить сигаретки. Да, слишком рано. Hello. Hi. В общем, рынок пока закрыт. Ранюхонько я пришла, девчонки где-то мои там тоже идут. Пойду я попробую все-таки выпить где-то, может, кофе. Я смотрю, все закрыто, конечно, так рано. Но пока не жарко, слава богу, потому что днем наверняка будет жарко. Потому что сейчас уже так хорошо-хорошо. И вот он, мой кораблик стоит. Мой красивый корабль. Написано «Шаварма бургер». Магазин еще закрыт, и вот лежат орехи. Пошли. Мне нужно найти супермаркет. Тут 6 минут идти всего лишь. И пойдем по таким заодно эти улочки. Я обожаю вот эти улочки смотреть. Туда можно подняться, не знаю, что там. Конечно, все разбито. Чистенько, да, но все равно все разбито. Ступеньки побиты. Вон какой-то форт стоит. У меня такое ощущение, что я в кино. Что я реально снимаюсь в кино. И вот это все декорации. Не знаю, откуда возникло вдруг у меня такое состояние. Так кайфово. Какое-то состояние просто невероятное. Внутри просто какой-то... Не могу передать, что со мной творится. Сейчас сердце выскочит. От чего-то не знаю, от чего. Как здорово. Мужички готовятся к новому дню. Вот, посмотрела, магазин закрыт полностью, внутри никого нет, а товар лежат на улице. Вот что значит в этом государстве никто никогда ничего не украдет. Шла, показывает, что магазин работает, супермаркет. Во-первых, его там вообще нет, во-вторых, все, что есть, все закрыто. Можно было и подлатать как-то, конечно, это все. Это я уже цепляюсь. Ну что, пойдем, куда глаза глядят. Это кондиционеры, да, да, все повыбито. Но горлицы поют, и настроение какое-то просто сказочное. Вот это, видимо, вход в базар. Все опять же закрыто, поэтому пойдем. Просто походим.
have to get a special certificate. Special places, yes. Мальчишка ко мне привязался. Я говорю, где купить сигарету? Он мне дал сигарету, я купила себе кока-колу. Меня ведет в свой магазин. Are we going to your shop? Какое интересное строение. Давай, мой Дин, запивай. Я не видела еще ни одной женщины. А нет, вон впереди, видимо, с корабля. Одни мужики кругом. И, конечно, чистотой тут особенно и не пахнет. Оп-оп, чтоб не сбить же мне велосипедиста. Пойдем сходим в шоппинг-центр. Да, куда-то я в дремучие места забралась, но я такое и люблю, собственно. Good morning. О, виноградик, как у нас в Ялте был. Ничего особого. Хочу себе платье купить восточное. Да, вот такие пластиковые какие-то корзины. Здесь у них стоят кондиционеры. Становится реально жарко. Я вижу, окон нет. Не знаю, или там люди живут, не живут. Вот это платьечко я бы купила. Вот оно, синенькое. Вот такое вот. Он говорит, нет, мы вообще не продаем, это как бы здесь шьют, принимают на заказ. И если продают, то не берут кэш. Thank you, have a good day. Уйди ж ты, кошка, сидишь, на тебя сейчас наедут. Чукча маленькая. Этот здесь стригут мужичков. Хей, красивая ты моя. На каждом углу парикмахерская для мужчин. А для женщин. Ну, пока, слава богу, у меня брали доллары. Я купила себе пачку сигарет за $5. Кока-колу за доллар. Hello. Thank you. Кошки кричат. И кругом минареты. Это что-то сливы. По-моему, это сливы. Это нет, это не сливы. Ягоды какие-то. Hello. 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 Что за ягодки такие интересные? Вот и здесь. Короче, я не знаю, что это такое. Пошли по базару. Надеюсь, базар открыт. Ну и вот меня базар встречает с таким оркестром, с грелью. Короче говоря, имитация золота кругом. Украшения. Ну, хоть написано, что это имитация. Хафтан. Детская одежда. Слава богу, никто не пристает. А приглашают, да, говорит, welcome, welcome, но никто не пристает, за руки не хватает, как в Турции. Видимо, тут только детская одежда в этом секторе. Так, куда идем? Направо-налево? Платьишки, ткани. Ключку сдувают. Ой, какие ткани. Прям изобилие. Хай. Хай. Это орешки какие-то. А, это dry lemon, это сухой лимон. Я думала, орешки. Окей. Hello, how are you? Штанишки, штанишки, штанишки. Какое-то все такое старинное представление. Окей, just give me a minute. Короче говоря, ну и что мне смотреть в твоем шопе, что я там не видела? Оп, на ту сторону вышла. Опять выход. Опять улочки, 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 улочки. Good morning. Я думаю, что это так пахнет? Smells good. What is it? Ой, как пахнет, правда, хорошо. Фух. Нифига не поняла.
Короче, какие-то специальные уголечки, так пахнут замечательно. Вот это на турецкий уже похож рынок. Вот эти вот лампы. Вот это вот все. Good morning. I'm good, and you? Идешь, идешь, идешь. Улица перетекает в улицу. И опять-таки, в какую сторону идти? А пойдем вот сюда. Вот это все с детскими игрушками. Причем такие самые-самые простенькие игрушки. Тут, по видимости, тоже игрушки. Куда пойдем? Сюда? Это для лица, что ли? Нет, не должно быть. Хотя Бог его знает, как они тут все это носят. Ну, убогое все. Убогое. Но ничего не скажешь. И товары убогие. Все какое-то убогое. Все равно. Что бы вы там ни говорили. Ну вот пошли уже какие-то платьюшки женские. Эти пряности мешками. Сушеные, опять же, лимоны. Короче говоря, я заблудилась в этих улочках. Все помыто, я иду вся мокрая. Пойдем туда сходим. Что тут уже, вот я смотрю, море. Это, наверное, их предводитель. Оуман. Алло. Магазин сейчас открывается с таким шхай. С таким шумом открывается магазин. Да, реально жарко, жарко, жарко. Надо текать отсюда. И по этой узкой тропочке я иду к морю. На набережную. Пойду сяду, куплю кофе. Покурю сигарку. Ну, какие чемоданы. Hi, good morning. И сумки везде продаются. Оман. Ну, правда, какой-то дух. Видимо, они вот эти, они жгут какие-то огни. И такой дурманящий вкус, запах. Мустафа Султан Эксченж. Пошли зайдем. Вот что это они такое продают, я не знаю. Какой-то кварц, не кварц, куда, для чего, кто его знает. И не спросить же. Ну, а с другой стороны, зачем оно мне надо, правильно? Hello, can I come in? Yes, yes. Thank you. Лампа Аладдина. Вот их сколько, этих ламп Аладдина. And a video for you. No. With them, I do one too. Okay. Король Лев. Hi. Hello. How are you? Wonderful. О, тут такое место малюпусенькое. Что-то у меня упало. У меня жираф, ой, фу, верблюд упал. Инги. Какие курицы. Какие курицы. Я пойду искать сразу же пойду искать сейчас этот нейл-салон. Люблю вот такие вот вещи в доме. Музыка ветра. Там прямо автомат Калашникова нужен. Вот он. Эхтачанка, Растачанка. Ау. You taking video? Я. Yeah. Ага, прям Прада, Кристиан Диор, сумка. Ну, кстати, красивые, симпатичные. Как я люблю вот эти белые дома. И пошли далее. И вот опять у них стоит вот этот дымочек. Ну как же он пахнет? Какие-то вот, какие-то... Тут уже не угольки, тут уже какие-то кусочки какого-то дерева. Кругом ковры до сих пор продают. Кто-то ж покупает. Не, не хочу я опять одно и то же. Не, не хочу. Немецкий крест на вот этом. Да, немецкий крест.
убирают, подметают. Хай. Мускат, Маскат. Резной балкончик прикольный. У нас тоже раньше в Ялте были резные балконы. Но потом они все куда-то подевались. Интересно, что там такое? Пошли зайдем. А вдруг это жилой дом? Ну, я думаю, не убьют. Лесенка куда-то наверх. Residential area. Ну, я поняла, да. Мне сюда нельзя. Понятно. Я ухожу. Я зашла на минутку и тут же ухожу. Опа, KFC. Я, кстати, очень люблю KFC. Очень жарко. Реально очень жарко на солнце. Я не знаю, сколько сейчас градусов. Может быть, под 30, но на солнце прям жара, 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 жара. Еще раз жара. Сейчас я вокруг себя запечатлю. Вокруг этой красоты. Пошли горы, 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 горы. А я еще в черных джинсах вырядилась. Иду, мне задницу напекает, напекает. Прям горячо так. В следующий раз я буду здесь, я возьму себе уже тур в мечеть. Я сегодня хотела просто походить по городу, но реально жарко. Так это только 2 февраля, а что будет 2 марта, например, через месяц? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Громадный, громадный рыбный рынок. Пойдем посмотрим. Да. Жара, конечно. Хорошая. Market for fish, fruits and vegetables. Пошли. Зашла. Клубничка, капуста, картошка. Ой, скорее, призыв к молитве. Скорее, скорее, скорее. Дяденька, давай. Скорее. Только что пил. Все, что ли? И пошла рыба. Ух, какая громадина. Ого-го-го-го. И мухи летают. Разговорились с мальчиком, он преподает английский язык здесь, сам он из Африки. Говорит, знаешь, что такое Касабланка? Это белый дом. Китя, тебе там хорошо? Спрятался от солнышка. Мухи летают, понятное дело, потому что рынок рыбный. Да. Ну, рыбка, однако. И малипуська какая-то. Я не знаю, это тюна, не тюна. Ну, похоже прям, у них у тюны мясо, как говядина. Тащит, тащит рыбу. Желтая, красная. Она еще живая, она еще дышит. Ох, какие крабы. Hello. Hi. Голубые крабы. Обалдеть.
какая красота. Креветки. Can you turn it around? Ага. А, сверху они такие вот серенькие, ага. А лапки голубые. Thank you. Эх, крабика бы сейчас сварить свеженького. Да, с пивком. Ой, а креветки какие громадные. Невероятно громадные. Моя рука и вот креветка. Вот она, почти с ладонь. Кони, а не креветки. Вот сразу их чистят. Класс. А это маленькая акула. А это маленькая акула. Маркюри 60 грамм. А это джамбурья? Арбарья? Арбарья. А да? Вот они взвесили. И вперед торговать. Она красавица, у нас такая-то же в океане мы ловим. Супер. Hi, how are you? А тут вот разделка идет рыбы. Обаньки, обаньки, как он с ней расправляется. Раз-раз и на матрас. Я машу, завороженная. Похоже на осетрину. Понятно, что это не осетрина. Башка. Сейчас выпустим. Вау. Видите, как все снимают. Ай, какая рыба интересная. Тут же булки, тут же кофе. Какая длинная. Hello. Все свежее-пресвежее. Ого! А это вообще с человеческий рост. Где-то 1.50 м длиной. Ничего себе. Ничего себе рыбка. Ой, я надеюсь, это не дельфин. Тюна. А, тюна, looks like dolphin. Окей, okay, это тюна. Слава богу, я думала, неужели дельфинчика это. Вон сколько таксистов. Здравствуйте. Идут за ними, good price, мадам. Чего ты такой скромный, спрятался, убежал?
Почему ты убежал? Лоль, зам, как? Да, все хотят заработать, понятное дело. Thank you. Амар. I know it's a desert, I know, yeah. Я говорю, а как летняя температура? Он говорит, 45, 50, 55. Он говорит, ну это же пустыня. Ну да, я понимаю, что это пустыня. Но вот 2 февраля и пекло, просто реальное пекло. Понятно, что это пустыня.